Жителей Карагандинской области приглашают задать вопросы представителям коммунальных служб, управлений и госучреждений области. Для этого во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова с 19 по 21 февраля проходят «Дни открытых дверей». Эту акцию приурочили к отчетной встрече акима области Ирлана Кошанова с населением, которая состоится 22 февраля в 15:00 во Дворце культуры Горняков. Дни открытых дверей проходят во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Часы приема с 9 до 18:00. Прием ведут представители организаций, указанных сейчас на ваших экранах.